Эй, всем привет! Ну что, как ваши дела? Надеюсь, что отлично. Вот и подошла неделя к своему самому чудному моменту, пожалуй, это экватор. Осталось прожить всего лишь два денечка и, наконец-то, наши долгожданные выходные. Ну а как же нам приблизить это или улучшить наше состояние? Конечно же, посмотреть новый сингл и клип от любимой группы. И сегодня у нас в гостях Memphis Mayfair со своим вторым синглом Death Inside. Ще, короче, посмотрим, оценим, если поймем, а вообще очень ли сильно мы хотим ждать новый альбом, или первый сингл нас так взбудоражил, а второй планочку-то понизит. Надеюсь, конечно, нет, так что обязательно смотрим. Ну, впрочем, как по классике, я нажимаю на play, вы нажимаете на полный экран, смотрим, кайфуем, заряжаемся энергией, а потом обсуждаем. Ну что, готовы? Тогда поехали! Нормально. Кто-то заказывал рэп-кор? Так, поправляем наушнички. Риф прям качает. Заряженная энергия, припев, да. Это, кстати, та же студия, где был предыдущий клип. У парней, походу, забрали паспорта. И то будет и третий клип, я обалдею. Нормально, нормально. Сердечко мое чувствует, что после вот этого всего будет какой-то очень лютый брейк. Чем-то очень отдаленно сейчас это все напоминает Make Them Suffer последней работы. Картинка, как всегда, ярче. Блестит. О, так, 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 так. Да, сейчас точно будет брейк. High note break. Ночь. Double Интересненько, однако, получается, и как-то совсем мало, ну, тем не менее, сколько есть, как говорится, Memphis Mayfair, Dead Inside. Поговорим, как говорится. Начнем с картинки, но это продолжение прошлого клипа Blood and Water. У парней реально, судя по всему, отобрали какие-то документы, паспорта, может быть, их закрыли и сказали, снимаем клипы до посинения. У меня серьезно странное ощущение, что если выйдет или когда выйдет новый клип, он будет в той же самой локации.
Я не знаю, как это расценивать. Это забавно, что все происходит в одном и том же месте, или меня это как-то напрягает. Для первого раза посмотреть самое оно, в принципе, ну, не знаю, ничего такого. Картинка и картинка. Опять-таки, видимо, может, нас к чему-то подготавливают, да? То есть, нам какой-то потом забахают сюжетный клипец, где все это будет перетекать. И там действительно будет какой-то прикол, что они заперты были на студии, потом вышли. Короче, не знаю, будем посмотреть. Пока что, ну, сильно с такой работы, видеоработы я бы не кайфанул. Меня зацепил трек, да, он все так же круто качает, очень энергичный, пост-хардкорчик, металкорчик, все как мы любим, с элементами даже рэп-кора было. Это забавно, это круто слушается, это, несомненно, улетает к нам в плейлист. Да, наверное, по двум синглам можно сказать, что альбом точно стоит ждать, он точно не будет скучным, он будет заряженным крутыми брейками, припевами, куплетами, элементами джента, может быть, какого-то такого. Ну, если честно, опять-таки, как я сказал, мне местами очень сильно это напомнило Make Them Suffer. Я не знаю, насколько это опрометчиво или глупо их сравнивать, что-то в них есть такое похожее, что ли. Наверное, это все сковывается в рамках одного жанра, но, тем не менее, очень надеюсь, что по итогу мы получим кардинально разные работы и не придется говорить тех слов, что ну, почему-то я это услышал. Все зависит от того, чей альбом выйдет, наверное, раньше. А может быть, и все будет совсем по-другому, нужно дождаться будет второго сингла от МТСа. Ну, мы сейчас не про них, мы сейчас про Memphis Mayfire. И в целом, это очень хорошая работа. Я бы не сказал, что это лучший трек, который мы слушали, но тем не менее, он действительно хорош, и он выполняет свою задачу. Все-таки у этих ребят задача всегда была проникать своим драйвом, давать заряд энергии и прочее. И все это здесь есть. Вы включаете, вы кайфуете, подтанцовываете, мошитесь. Ну, короче, каждый развлекается как может. Кстати, пишите свое мнение по треку. Что думаете по клипу? Как вас это смущает, не смущает, что два раза мы видим практически одно и то же? Разве что рот открывается немножко по-другому. А в целом, это все то же самое, что мы видели в первый раз. Пишите свое мнение, насколько вам это заходит. Порекомендуйте предыдущие работы Мемфиса. Вполне возможно, я пропустил какой-то клипец или какой-то трек. Такое тоже может быть. Музыки. Вот так, ребят, за всем не уследишь, так что обязательно пишите. Уж я знаю, что вы пишете очень крутые рекомендации. Обязательно все это посмотрим, кайфанем и насладимся по полной. Ну, конечно же, огромное спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, вам понравилась реакция, понравился сам видосик. Все это пишите в комментариях, давайте общаться по группе. Какие-то крутые темы. Ну и, конечно же, переходи по ссылочке в описании. Смотри плейлист, который я для тебя подготовил. Там чего только нету. И поп-музыка, и рок-музыка, и рэп-музыка, и метал-музыка. Да все, что нашей душе так хочется. Обязательно забирай себе любимые треки, забирай себе сам плейлист. Ставь его Лукас, и раскидывай друзьям, делай все, что тебе угодно, лишь бы ты был рад и счастлив, или была рада и счастлива, ведь все мы любим музыку, и неважно, кто мы. Так что на сегодня я говорю тебе пока-пока, но далеко не уходи, ведь совсем скоро новые видео. И, конечно же, куда без этого, люблю, целую.